аэропорту, отправляемся в солнечную Турцию. Непривычно пустой аэропорт, людей мало. Регистрацию мы прошли впервые, наверное, настолько быстро, потому что на всех пунктах очереди не было совсем. Ну вот мы зашли в дом, сейчас я его покажу. Я считаю, что нам очень повезло. Все у нас есть, это наша гостиная. Здесь зона кухни со всей необходимой техникой. И покажу фишечку в нашем доме, где мы будем проводить основное наше время. Сейчас покажу. У нас лестница, выход на улицу, там мы разуваемся. Необходимое здесь есть: духовой шкаф, посудомойка и вся посуда и техника. Так, дальше у нас вход на второй этаж, там у нас две спальни. Здесь у нас находится технический этаж. Что-то пасмурно. И, к сожалению, море не видно. Потому что пасмурно. Но вообще, место огромное. Мы пришли на пляж посмотреть водичку и, собственно, какое здесь море. У нас небольшая бухта. Вода пока очень бодрящая, но некоторые уже отдыхающие купаются. Надеюсь, что мы тоже скоро откроем сезон. Дружок лежит. Греемся на солнышке. Купаться будешь? Да. Не холодно тебе? Нет. Ну правда, я сейчас купнусь. Может, не надо? Да, нет.